За эту неделю в Донецкой области произошло около 500 пожаров. За сутки 130. 13 раз горел лес. Особую тревогу спасатели вызывают сжигание стерни. Предприятия не хотят тратить деньги на вывоз оставшихся после уборки урожая стеблей злаков и просто сжигают их. Пожар перекидывается на окружающие леса и поля. Так уже был случай, когда сгорела даже неубранная пшеница. Несмотря на серьезное усилие наши и всех административных органов по запрету сжигания стерни, а мы разговаривали с каждым руководителем хозяйства, наш инспектор подошел к каждому из них. Естественно, вот такое недобросовестное отношение к данной ситуации производит к тому, что мы видим, что мы не справились с этой ситуацией. По вине сельхозпредприятий, сжигающих стерню, пострадали 50 гектаров посевов хлеба. Сумма ущерба составила 120 тысяч гривен. Губернатор Донецкой области Анатолий Близнюк попросил прокуратуру и милицию открыть уголовное дело и довести его до суда. Я требую от вас принять все меры, которые предусматривает действующее законодательство. Инициируйте процессы, которые бы не позволяли уничтожать государство. Что если фермер, которому дорого собрать солому, надо затратить деньги на дизельное топливо, на зарплату трактористу там и еще чего-то, ему легче спичку и сжечь, но при этом рядом сжечь гектаров 200-300 леса. Сейчас на территории области фиксируют температуру 40 градусов. Донецкие синоптики прогнозируют, в ближайшее время похолодания ждать не стоит. Жара и сухой ветер продержатся минимум до середины августа. Особенность этой жары – большую часть суток, от 8 до 12-13 часов температура воздуха сохраняется больше 30 градусов. Будет наблюдаться дальнейшее повышение температуры, осадков не ожидаем. В связи с этим на территории области сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность. В области уже два дня объявлен пятый высший уровень пожароопасности. Чтобы справиться со сложной ситуацией, спасатели привели технику в полную готовность. Это позволит в течение 30 минут среагировать на очередное возгорание. Говорят, что ситуация под контролем, но призывают к сознательности жителей региона. Александра Христенко, Алексей Костюк, Панорама.